Твой олимпийский учебник – это 25-е издание книги, повествующей о развитии олимпийского движения. Движение, история которого насчитывает около 3000 лет. И каждая олимпиада – это история стремлений и упорства на пути к цели. Новое издание дополнено главой о триумфе Российской Федерации на зимних играх в Сочи. В пятницу Департамент молодежной политики и спорта области передал книги библиотекам и спортивным школам региона. Почитать олимпийский учебник наверняка будет интересно и взрослым, и детям, но в первую очередь людям, связанным со спортом. Ведь именно олимпиада – это вершина мастерства и предел мечтаний любого спортсмена. Наверное, каждый человек, каждый молодой человек, каждый школьник, который занимается спортом в школах спортивных, хочет достичь определенных результатов. Иначе зачем он тогда будет заниматься спортом? Поэтому и первое, наверное, стремление – это стать спортсменом, который принесет в копилку России олимпийскую медаль. Поэтому мы надеемся, что эти ребята прочитают этот учебник. Мы их передаем тоже в школы спортивные. Да? Также, может быть, придут в библиотеку и тоже возьмут его и прочитают. И посмотрят, как другие олимпийцы делали историю олимпийских игр.